Так, ладно. Когда он, интересно, запоминает? Когда стрелять? Так странно дышит. Все, сдох. Ух ты, я по нему могу бегать, прыгать, прикинь. Все. Интересно, он меня живет? На тебе. На. На, гаденыш. Все, получай. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру On Level 3. Ну что ж, поехали. Так, вот такое у нас задание есть. Так, мы играем за вот такого вот робота. Зеленого робота. Жучка. Паучка. Так, сейчас мы откроем вот эту штучку и пойдем, наверное, нажмем на рычажок. Так, быстренько. И у нас откроется вот эта штука. Лифт. Так, спускаемся. Так, и нам нужно забраться, успеть, чтобы у нас лифт не щелкнул. Так, забираем ключик. Все, открыли мы. Открыли, ребятушки, мы штучку эту. Все, теперь я играю уже за самого себя, за Стикмана. Все, и... Так, это ничего, я уже боюсь. Все хорошо. Все, завершили уровень. И давайте дальше. Так, скорость и хардкор называется. Уровень 221. Ладно, посмотрим. Ага, не запрыгнули мы с первого раза. Так, со второго тоже. Так, как же мне на тебя запрыгнуть, алло? Так, ну давай я здесь пройду. А смысл? А смысл рычаг включить? Так, все. Сейчас попробуем тогда. Сейчас попробуем, ребятушки, тогда вот так сделаем. Нам нужно забраться на эту платформу. Забрать ключик, открыть дверцу и убежать отсюда. Все. А, убежали. Угу. Он не похож на тебя. Кто такой вообще, алё? А. И дальше что? Он меня еще убил? Так, ребята. А он не должен ключ этот забрать. Этот ключ должен я открыть, понял? Вот. Интересно, он умирает, гад? Если он до этой штучки дойдет. А он не дойдет. Ладно. А если он убежит? Да, ему нельзя еще давать убежать. Понятно. Ладно. А, ему нельзя давать умереть. Ё-моё, сколько всяких нюансов, а, ребята? Нюансов очень много. Так, ладно, давайте мы ему... Так, сделаем так. Оп. А, подожди, блин, давай назад. Давай так, вот сюда запрыгивай. А теперь сюда. Так, а теперь надо вот сюда тебя запрыгнуть. Все, сиди там. Слушай, чувак. Давай там сиди. Блин, он спустится со мной, да? Он со мной спустится, да? Или нет? Да, он спустился со мной. Ой, ё-моё, как же ж мне тебя сюда сейчас завести-то, а? Чтоб ты еще там нигде не шлепнулся. Так, давай, сюда иди. Ай, ударился. Да ё-моё, как так? Ладно, еще раз. Я немножко понял, как. Так, все, забираем. Открываем. Так, а этому нужно сюда подняться. Наверх. Во. Так, а ну-ка. Нифига! Нифига! Нифига, ребята. Потому что надо давать... Так, этот сюда идет. Так, ладно. Так, тихо, немножечко вот так сделаем. Опа. Красава. А, все-таки я стукнулся. Так, конкретно причем. Ладно. Все, давай.
Как же мне избавиться-то от тебя? Слушай, чувак. Как-то мне еще надоел? Так, как ты мне надоел уже, чувак этот? Вонючий. Вот надо как-то его там оставить. Нет, не остается. Угу. Так, иди сюда. Ах, я запрыгнуть не могу, блин, ты умираешь там, вонючка. Так, ладно. Давай так. Сделаем. Опа. Опа. Опа, все, наконец-то. 222, да, сложный был уровень, конечно, непонятный. Так, здесь нам надо прыгать и забрать ключик. Понятно. Сигман постоянно идет без тормозов. Я вот остановить не могу, понимаешь? Он бежит и бежит. Ладно. Пусть бежит. Так, все открылось у нас эта штучка. Сейчас мы ее заберем, ключик этот. И теперь нужно возвратиться нам, ребятушки, домой. Это все очень легко. Все, теперь мне нужно немножко подождать, когда он дойдет до выхода. 223 закончился. Так, патруль, ребята. Так, ага. Надо аккуратненько здесь. А, он меня убивает, гад. Понятно. А, что-то я поспешил. Что-то я, ребятушки, поспешил. Сейчас надо, когда это повернется. О, ё-моё, не успел, я не успел. Так как ты так, вонючка, вообще? А, ладно. Ну как ты меня щелкнул, скажи? Скажи, как ты меня мог щелкнуть? Блин, щелкает меня. Да, все, я понял. А, не успел. Вонючка. Все, ждем. Да ё-моё, а внизу-то он быстрее бегает, ты заметил? Внизу-то он быстрее бегает. Так, все, открыли. Прыгаем. Открываем. Забираем. Так, этих ждем, дурачков. Так, прыгаем. А, есть! 224 уровень пройдем. Фух, перемещение. Так, перемещение. Надо что-то где-то что-то переместить. Понятно. Ну ладно. Так, ладно. Нажимаем на эту штуку. Нифига. А, вот и... Ага, понятно. Телепорт. Телепорт, ребята. Отлично. А почему он умер? Я не понял. Так, хорошо. Все понятно. Понятно, это же я нажимаю еще сюда. Ё-моё. Все. Ага. Кнопки вот эти вот мешают. Удержи их, написано. Удержи. Что удержать-то? Что удержать? Удержи их, написано. Ага. Так, ладно. А надо как-то их удержать. Ничего не нажимается. Ничего не нажимается, ладно. Так, а как же тебе пройти-то, а? Может, что-то надо сюда поставить, какой-нибудь камушек, что-нибудь. Я не знаю, тут ничего не нажимается вообще. О! В смысле? Смотри. Заработало. Я не понял, что я нажал. Но оно заработало. Да, странно.
Так, а давай я еще раз нажму на нее. Фигня какая-то. Ну ладно, ну прошли же, прошли уровень. Ключ где-то в комнате называется. Так, где-то в комнате. Ладно. Ага, тут нету. Ключ где-то в комнате, ребята. А где, в какой комнате? Что-то я не понял. Вон смотри. А если этот возьмет первый ключик, то он умирает. Все понятно. Логично. Но это я, ребята, чтобы уж точно проверить уже, что будет, если так поступить. Так, ты, чувак, сейчас не заберешь. Все. А ну знаешь, я там еще что-то кое-что хотел проверить. Сейчас я посмотрю. Угу. Я хотел проверить, могу ли я там в пропасть упасть или нет. И что будет, если достигну, надо тронуться. А, все, понятно. Понятно, что будет, если ты дотронешься до колючки. Если ты дотронешься до колючки, ты умрешь. Это можно было и не проверять. Ну да ладно. Так, стоп. А нет, смотри, он не падает вниз. Не успел я, да. Здесь блокировка. А если я стикмана, что? Ну, наверное, не успею его, до него дойти, прикоснуться к нему. Хотелось бы посмотреть, что бы было, если ты прикоснешься к стикману. Иди сюда, стикман. Не успела. Ладно. Все, прошли мы этот уровень 227. Так, следующий. Вот у нас босс, ребята. Какой-то паучок. Который стреляет камушками. Я думал, может быть, вот тут так стоять, и он этот самый сломает, нет? Так, выдохся. Он выдохся, ребята. Когда он выдыхается, надо, наверное, надо его стукнуть. Меня он убил. Ну ладно, ничего страшного. Будем знать. Давай, паучок, иди сюда. Стреляй в меня. Так. Будем прыгать просто. Здесь самое удобное место, мне кажется. Вот, видишь, мы его щелкнули. Ах ты гад. Ух ты, смотри. Прикол. Он не может в меня попасть. На, получи. Куда ты там встанешь-то? Вон далеко, смотри, стал. Опля. Ой, хорошо. Давай наверх стреляй. Так, давайте мы его еще раз щелкнем. Так, вроде он уже заплохело ему. Ох ты, ё-моё! На, еще один ударчик. А нет, он живучий все-таки, живучий. Так, ладно. Когда он, интересно, запоминает, когда стрелять? Так, странно дышит. Все, сдох. Ух ты, я по нему могу бегать, прыгать, прикинь. Все. Интересно, он не оживет? На тебе. На, гаденыш. Все, получай. Все, вроде бы как он сдохший. Прошли уровень, замечательно. Ну, ребята, а этот уровень мы будем проходить в следующей серии. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И этот ролик мы с тобой увидим уже в новой серии. Опять зеленый паучок, который бегает, что-то ищет. Ух ты, реально. Нашел какой-то потайной ход. Ну что ж, ну я с вами, ребятушки, прощаюсь, но ненадолго. Скоро выходит следующая серия. Каждый день выходит новая серия. Так что всем пока-пока, смотрите новые серии каждый день.